познакомлю с ассортиментом брюк. Вот такая модель, прямые брючины, с ремнем, высокая посадка, бренд Imperial. Так, это бренд у нас Викола, зауженная, классическая модель. Бренд Сувенир с такой прострочкой, очень стретчевая, хорошо тянется ткань модель. Хороший размер, в размерах LXL. Такая струящаяся ткань. Бренд Imperial. Брюки карго с такими карманами по бокам. Ткань такая баллоневая, очень удобно. Протерли, не пачкаются. Вот такая модель. Здесь идет разрез с внешней стороны. Легкий клеш. И тоже достаточно стретчевая ткань. Брюки Dixie, эко-кожа, зауженные к низу бананчики. Сзади выполнены на резинке. Очень хорошая посадка и размеры остались LXL. Вот такие брюки Dixie. Хорошие палаццо, высокая посадка. Брюки карго, плотная ткань, хлопок стопроцентный. Внизу затягивается, если распустить, она будет просто прямая брючина. Сзади на резинке выполнена. Бренд Сувенир. Также бренд Сувенир, шикарнейшая модель. На весну, на лето, сзади также на резинке выполнена. Вот такие брюки Imperial, палаццо. Маленький размер остался SXS. Вот такая модель. Очень шикарная, белого цвета, классического, прям хорошего, насыщенный белый. Все размеры есть. Вот такая трикотажная модель. Это как спортшик, больше ремень идет в комплекте. Сзади на резинке выполнены. Также палаццо, здесь хлопок, держит форму ткань, затягивается на кулиске. Вот такие брюки карго, также хлопок стопроцентный, ремень в комплекте. Брюки палаццо, ткань в рубчик, высокая посадка, цветик кэмэл. Такой насыщенный цвет кэмэл, более глубокий. Легкий совсем нож к низу. Это бренд Dixie. Также бренд Dixie. Такая же модель, только в более светлом цвете. Такие брюки. Ткань в рубчик. Покажу вам поближе, если увидите. Если камера передаст. Такие два кармана сзади. Бананы с выточками впереди. Классическая модель. Бренд Сувенир. Также Сувенир, роскошная модель, теплая ткань. Здесь идет посадка средняя, затягивается на кулиске, застегивается пуговицы. И вот такие модели спортшик. Можно как классику, можно как спортшик носить. Посмотрите, какая ткань с прострочкой идет здесь впереди и также на кулиске. Вот такая модель, бренд Imperial. На резинке сзади. Также спортшик. Совсем легкий клеш к низу. Приходите, ждем вас в гости.